встречи. Сегодня суббота, 13 декабря. И мы находимся в клубе Silver, город Джанкой. Сегодня у нас здесь Avenza from Group. Девчонки, которые танцуют прикольно. Представьтесь, пожалуйста. Надежда, как вам сегодняшний вечер? Пожалуйста, представьтесь. Юлия. Юлечка, как вам сегодняшний вечер? Отлично, очень. Музыка вам нравится? Музыка нравится? Очень. Особенно Ромама. Дать ответы. Пацаны, как дела? Нормально, нормально. Все здесь охеренно. Как вам вечеринка? Самое лучшее. Первый раз в жизни здесь Первый раз в жизни здесь? Собрались, наконец-то. Много народа, много девчонок. Первый раз много. Пацаны, скажите по секрету, уже удалось с кем-нибудь познакомиться? Да. Отлично. Мешаешь. Номерами обменялись? Я просто не знакомый. Я надеюсь на то, что здесь много будет еще. В дальнейшем много будет. Столько... Обязательно он на Сильвере будет постоянно проводиться такие вечеринки. Avenza не просто играет музыку, они сближают людей. Идем дальше. Представьтесь, пожалуйста. Анастасия. Анастасия, скажите, как вам сегодняшний вечер? Отлично. Сидим, отдыхаем, танцуем. Как вам сегодняшняя обстановочка? Как вам музыка? Хорошо, весело. Вы успели подвигать своей молоденькой красивой попочкой? Обязательно. Да, отлично. Друзья, мы идем дальше искать еще интересных личностей. Стесняются. О, друзья! Это наш знакомый парнишка. Это наш знакомый. Представьтесь, пожалуйста. Рамба. Рама, как вам сегодняшний вечер? Отличный вечер вообще. Девушка, добрый вечер. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Ирина. Как вам сегодняшний вечер? Шикарно. Ваш молодой человек зажигает, я вижу, по полной программе. Да. Вы молодцы. Хорош. И не сегодня. У вас день рождения? У него? Я вас поздравляю. Желаю вам больших сисек женских.